Вы смотрите новости Анапа Регион, в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Красота будет, сосны будут. Будем гулять каждый вечер. Зеленая Анапа. На Симферопольском шоссе высадили сосны. Вот знак, туда надо съехать. Нет. Народную тропу. Новые тротуары и расширение улиц. Как исполняются поручения главы курорта? Те пациенты, у которых есть повышенная температура, для них выделен отдельный прием. Дайджест недели. Основные события прошедших 7 дней. В Анапе продолжается всероссийская акция «Сад памяти», старт которой дал глава курорта. Первая аллея была высажена на бульваре Евскина. Теперь такие зеленые зоны появились в сельских округах. Накануне в станице Благовещенская и селе Цабанабалка молодые деревья высадили общественники вместе с депутатами и представителями местной администрации. Парк возле Дома культуры – сердце станицы Благовещенская. Всего в нескольких шагах – школа, детская площадка, спортивный комплекс, а главное – памятник, посвященный погибшим на фронтах войны станичникам. Где именно разместить сад памяти, администрация округа решила сразу. Так, благодаря активистам станицы и волонтерам, небольшой пустырь за Домом культуры превратился в аллею молодых деревьев. В акции приняли участие и дети, осознанно вспоминая своих дедушек и бабушек, защищавших родину. Никита и Егор Голиковы посадили первое дерево в память о своем дедушке, который так и не вернулся с фронта. И хоть мальчики никогда не общались с ним лично, братья бережно хранят историю героя семьи. Нашего деда звали Моськов. Он погиб в 1943-м, попал в концлагерь немцам. Гордимся своим дедушкой, то, что он защищал нашу страну и эту землю, территорию. Мы будем его помнить всегда. Особенным этот день стал для Нины Микриной, как и молодая березка, теперь растущая в парке станицы Благовещенской. Всю войну прошла мама активистки. Тогда еще юная Наташа попала на фронт в 18 лет. С боями дошла до самого Берлина. Присыпая корни саженца землей и поливая почву, анапчанка вспоминала разговоры со своей мамой. Стройную березу назвала ее именем в честь Натальи Ивановны Часовских. Я аж душу тронула, когда почему-то мысль такая пришла, что вот в честь моей мамочки хочу вот это и внуков приведу, и покажу, что это деревце именно в память про бабушки, ну а моей мамочки. Именным станет каждое дерево новой аллеи. Администрация сельского округа уже готовит таблички, которые они разместят возле молодых саженцев. Ухаживать за садом памяти будут местные активисты, а также сотрудники администрации станицы Благовещенской. В прошлом году в парке провели систему полива, поэтому деревья будут комфортно чувствовать себя даже во время жары. Во время войны были очень серьезные и тяжелые бои по освобождению станицы Благовещенки. Многих жителей станицы Благовещенки так или иначе затронула эта война. Вот. А так как замечательный повод у нас есть в этом году, 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, мы решили присоединиться к этой акции. За несколько минут в станице разрослась целая аллея из 30 кленов и берез, а также 9 вечно зеленых можжевельников. Многие активисты сами приобрели саженцы для участия в акции. Спонсорскую поддержку также оказал депутат сельского округа. Это также приурочено к 75-летию. Такая точка отчета молодых деревьев. И когда-то там, может быть, и я со своими детьми, да, покажу там через десяток лет, что 75-летию была приурочена высадка таких деревьев молодых. И эта память приурочена к этому дню. И дальше будут нести, как бы это каждое из этих деревьев, да, память о такой победе великой. А это площадка будущего парка в селе Цабанабалка. Накануне акции «Сад памяти» активисты уже высадили полсотни деревьев. Сегодня аллею дополнили 25 молодых берез и платанов. Сегодня памятный день, потому что для нас он останется в сердцах наших, потому что мы сегодня вспоминаем всех ветеранов войны, и именно они нас могли защитить, и именно сейчас мы можем жить и воспитывать наших детей. Деревья памяти посадили не только местные активисты и депутаты, но и представители Министерства обороны, ветераны боевых действий, а также будущие защитники Родины. Юные кадеты из школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова. Моя прабабушка, она закончила полковником, она воевала в Новороссийске. Моя бабушка, она прыгала с парашюта, она закончила ВДВ. Как отметил председатель Совета Анапы Леонид Кочетов, который также принял участие в акции, через несколько лет площадка с молодыми саженцами превратится в настоящий парк. Каждое дерево – это символ памяти о подвиге героев, отдавших своей жизни за Родину. Советский народ заплатил очень дорогую цену. Это наши отцы, деды, прадеды, бабушки, матери, прабабушки, которые
действительно все сделали для того, чтобы сегодня мы жили, вот уже, наверное, третье поколение под мирным небом. Вечная память и вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Стать участником международной акции «Сад памяти» можно до 22 июня. Анапа – один из первых городов страны, присоединившихся к патриотическому движению. Так, новая аллея уже появилась в городе на улице Ленина. Вскоре молодые деревья посадят во всех сельских округах курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Не остались в стороне и анапские предприниматели. В будущем сквере на Симферопольском шоссе, который заложен по поручению Юрия Полякова, сегодня высадили сосны. Эта зеленая зона соединит парк военной техники с речкой Анапкой. Подробности в нашем репортаже. Сотни активистов со всей Анапы. К акции по озеленению курорта они не смогли остаться равнодушными. Столько же красавиц сосен сегодня украсили строящийся парк на Симферопольском шоссе. Этим саженцам уже несколько лет. Подросшие хвойные деревья стали настоящей изюминкой сквера. Ольга Воротецкая – коренная анапчанка. Как призналась активистка, она участвует практически во всех мероприятиях по благоустройству курорта. Вот на этом месте раньше было, мы анапчане ходили в детстве, здесь были, знаете, вот много было цветов синеньких таких, жидики назывались они, жидики. Вот это все поле было в синих жидиках, а теперь на этом поле будет такое красивое... Сосны, красота. Да, красота будет, сосны будут. Будем гулять каждый вечер. Представители органов ТОС, специалисты администрации, депутаты, предприниматели и неравнодушные жители. Такая сплоченная команда сегодня сделала город еще краше и зеленей. Саженцы были приобретены за счет средств парк-отеля «Восход». Руководители организации приурочили высадку деревьев сразу к двум акциям – «Сад памяти» и проекту «Зеленая Анапа», который родился с легкой руки главы курорта Юрия Полякова. Люди, гуляя здесь, чтобы могли зайти в какой-то сквер, посидеть на лавочках. Здесь будет закуплено еще дополнительно осветительные столбы будут. Будем, вот к лету, наверное, успеем, создадим освещение, и будет как бы более комфортно для гостей, жителей города-курорта. Спасибо Юрию Федоровичу. Он занялся тем, чтобы облагородить наш город и сделать его зеленым садом. Это правильно. У нас очень много сейчас зеленых зон появляется, но надо еще больше, потому что наш город – это город-сказка, город цветов и вообще город мечты для многих. И когда они приезжают и видят такую красоту, это необыкновенно, это очень здорово, красиво. Вскоре в парке будет высажено еще 100 молодых сосен. Сейчас рабочие проводят благоустройство на площади в 3 гектара. Как уверены активисты, сквер будет пользоваться популярностью у жителей и гостей курорта. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Строительство тротуаров на месте народных троп – это одно из поручений, которые дал глава Анапы городским коммунальщикам. Во время рабочих объездов курорта Юрий Поляков лично контролирует результат и ставит новые задачи. Как они сегодня исполняются, выяснила наша съемочная группа. Эта народная тропа появилась на улице Лермонтова несколько лет назад. Прогуливаясь по аллее, жители и гости курорта сокращали путь и проходили к пешеходному переходу прямо по газону. Несколько дней назад, во время рабочего объезда главы, к Юрию Полякову обратилась местная активистка с просьбой благоустроить дорожку. Здесь надо сделать, знаете, чтобы тот переход под знак, туда надо сделать народную тропу. Так, по поручению Юрия Полякова, специалисты Ленстроя построили на месте вытоптанного газона новый тротуар. Подготовив основание, рабочие за 3 дня установили 30 вагонных метров бордюра и уложили 27 квадратных метров плитки. Вот сюда выходишь, сюда к переходу, а людям на ту сторону надо. Это надо туда перейти. Сейчас лучше. Мы постоянно вот с внучкой гуляем, она на самокате, ходили вот через бордюра, дорожка так вообще все отлично. Даже приятно вот сейчас на самокате и так. Помимо благоустройства новых тротуаров, в Анапе ведутся масштабные работы по расширению двух улиц. Сегодня на участке дороги по улице Лермонтова специалисты заасфальтировали первый слой покрытия. Дополнительная полоса появится и по Красноармейской, на участке от улиц Кати Соловьяновой до Северной. Сейчас основание выравнивают с помощью щебня перед асфальтированием. Сергей Корабельников, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион. Заместитель главы Анапы Анжелика Базунова провела прямую телефонную линию. Большинство дозвонившихся задавали вопросы по вывозу мусора и ликвидации стихийных свалок, электро- и водоснабжению, а также газификации. Но самый частый вопрос жителей сельских кругов касался ремонта дорог. Я года два назад писал письмо там по поводу дорожного покрытия. Просто оно служит там на выезде, на пересечении школьной и родниковой. Есть как-то в планах
там, я не знаю, грейдером пройти, отсыпать под щебнем, ну, я же про асфальт молчу. Может, что-то надо написать. В этом году, говорит, Жеродниковой у нас нет плана. Вы можете написать и на главу сельского округа, но обязательно и на совет общественности, потому что совет общественности принимает решение. Я понял вас. Спасибо большое. Кстати говоря, на советах общественности решаются и многие другие вопросы благоустройства сельских территорий, такие как установка детских площадок, озеленение и ремонт тротуаров. И уже после того, как списки приоритетных объектов будут сформированы, их необходимо будет передать в управление ЖКХ администрации города. И в завершении выпуска об основных событиях прошедшей недели. Чем запомнились эти 7 дней в обзоре Никиты Бойко? Главная тема недели – ситуация с коронавирусом. Сегодня в крае проведено уже порядка 3000 исследований. 136 человек были госпитализированы. Однако подозрения не подтвердились. Губернатор Кубани на оперативном штабе, который прошел в четверг, поручил усилить контроль за соблюдением карантина теми, кто вернулся из стран очагов инфекции. Выделено 116 миллионов рублей на закупку дополнительных медикаментов и оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. Напомню, что до 1 мая на Кубани действуют ограничения на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек. Эта мера распространяется и на точки общепита, кинотеатры, также ночные клубы. Губернатор поставил задачу – бизнес не должен пострадать от этих ограничений. Исходя из тех мер, которые мы принимаем, они будут ограничивать посещение клиента. Отсрочка платежей за электричество, за газ, арендных платежей, за воду. Надо подумать, то есть проговорить с естественными монополиями, энергоснабжающими организациями, чтобы эта отсрочка была. Еще одно поручение губернатора – нарастить объемы производства средств индивидуальной защиты в регионе. Профильные предприятия должны получить дополнительную государственную поддержку. В Анапе ситуация спокойная, но необходимо быть готовым к любому развитию событий. В городской больнице жесткий санитарный режим. Персонал работает в масках, влажная уборка с дезсредствами. Лечебные учреждения закрыты для посещения родственников, но передачи для больных принимают. В поликлиниках у нас ведется сейчас дистанционная термометрия. Значит, все входящие у нас разделяются на два потока. Те пациенты, у которых есть повышенная температура, для них выделен отдельный прием, отдельный кабинет. Остальные пациенты, не температурящие, идут в общей очереди через регистратуру на прием к своим врачам. Ситуация под контролем, но глава Анапы дал поручение усилить меры профилактики. Необходимо проанализировать и предотвратить все возможные риски распространения вируса. Коронавируса у нас нет на территории. У нас его нет. Его могут завести. Завести у нас такие объекты движения, как аэропорт, автовокзал, ЖД вокзал. Вот самое опасное, что у нас происходит. Поэтому все меры безопасности, которые здесь высказали. Обсерватор у нас есть. Задачи у всех поставлены. В минувший вторник одной из главных тем на планерке, которую провел глава Анапы, стала ситуация с уборкой твердых бытовых отходов. В администрацию за помощью обратились сотрудники мусороуборочных предприятий «Эталон», «Чистая Анапа» и «Сити Кристалл», которые прекратили выполнять санитарную очистку улиц. Они устали ждать заработанные деньги и в такой форме решили отреагировать на задержку зарплаты, чем и сорвали график вывоза отходов на территории города-курорта. Кто мешает руководству частных организаций рассчитаться со своими же работниками? Как выяснилось, никто. Администрация не имеет долгов перед мусороуборочными предприятиями. Тогда в чем причина? Почему вы зарплату не платите дворникам? Почему там мусор не вывозите машинами в Темрюк? Это город, это курортный город, у нас живут люди здесь. Вот я у вас хочу спросить, почему вы не вывозите? Образовалась задолженность по заработной плате у водителей. Кто им должен деньги? Я? Мы. Ну так берите. На данный момент выплаты невозможно сделать, так как лежит им касса. Прокуратуру, Анжела Анатольевна, пишите в прокуратуру, там расскажут по законам Российской Федерации, что такое невозможно сделать выплату за то время, которое граждане работали, понимаете, на вас. Как это невозможно? Причем вывоз мусора – это коммерческие договора. Это не оплата муниципалитета, вам муниципалитет ни копейки не должен. Непонятно, почему у вас сложилась такая задолженность по налогам.
Ситуацию с задолженностью представитель мусороуборочного предприятия не пояснил. По поручению Юрия Полякова санитарная очистка улиц ведется своими силами. Параллельно прорабатывается вопрос об организации вывоза мусора многоквартирных домов и коммерческих предприятий. Ведется поиск компании, готовой выполнить эту работу. Анапа в числе первых городов России присоединилась к международной акции «Сад памяти». В среду на пересечении улицы Ленина и бульвара Евскина жители курорта высадили более 80 молодых берез. Это аллея памяти – лишь первый этап акции. Новые деревья будут высажены во всех сельских округах курорта. Анапа, как город воинской славы, один из первых проводит эту акцию. Сегодня мы делаем «Сад памяти». Мы всегда будем помнить и чтить наших погибших и живых героев, благодаря кому над всеми нами мирное небо. И вот молодежь, которая присутствует со школы, они будут следить за этими деревьями. И эта память должна передаваться им. История длиной в 18 лет. На этой неделе Юрий Поляков подарил музею курорта ценный архивный документ. Книгу почета анапского курорторга во дворе своего дома нашла местная жительница и передала ее главе города. Документ отреставрировали. Уже сегодня этот уникальный экспонат попал в руки работников фонда Горгипи. Это поистине история нашего города, история курорторга анапского. Теперь книга находится в фондах археологического музея. После оформления документов ее передадут в отдел краеведения, где находка сможет занять достойное место в экспозиции. Напомню, что все выпуски новостей можно найти на нашем сайте napregion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Инстаграме, Фейсбуке и ВКонтакте. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире. Открылась новая продуктовая база «Альтернатива восточному рынку». Овощи и фрукты, крупы и молочная продукция от кубанских производителей по низким ценам. Анапа, Кольцевая, 15. Оптово-розничная база в районе санатория «Россиянка». Поворот на Чембурку. Бесплатная парковка для посетителей.